Архитектурный патруль в жилом комплексе, частные домовладения на Ёлочной. И какая нас встречает арка? Его пытались приклеить, но не получилось. Ром? А ты думаешь, для кого? Анекдоты, знаешь? Много. Похоже, придется вспоминать. Нет. Патруль в жилом комплексе, частные домовладения на Ёлочной. Именно так окрестили этот комплекс риэлторы. На самом деле он не является ни частным, ни закрытым. Это обычный жилой комплекс, сданный в эксплуатацию 3 года назад. Отсюда нам виден всего один домик, но на самом деле территория этого жилого комплекса довольно большая. Сюда нас пригласили местные жители. Что же они хотят нам показать? Давайте посмотрим. Частные домовладения на Ёлочной располагаются по улице Львовской, 48. Застройщик – строительная компания «Новое Мисто». Двух- и трехэтажный комплекс сдан в эксплуатацию в 2014 году. Обещали, что это будет жилье премиум-класса, даже с бассейном на территории. Стоимость одного квадратного метра – от 1500 условных единиц. Часть дома, она последняя сдана в эксплуатацию. Именно о ней нам писали жители. И какая нас встречает арка? Пенопласт просто прибили так называемыми парашютами в колонне. Непонятно, зачем это сделали. То есть он даже не приклеен толком. То есть он вот... Его если потрогать, он шатается. То есть, то есть при сильном ветре на самом деле вот оно может. А, ну смотри, так. Да, конечно. Его пытались приклеить, но не получилось. Я так понимаю, что вот эта арка, она должна была выглядеть иначе. Вот сейчас в основном делают декор из пенопласта, и вот корень этого декора. Как его не заделывай, чем его не замазывай, всегда будет вероятность, и всегда так будет происходить, что его будет цеплять чем-то. Рукой, локтем, и здесь оно всегда будет потресканное, побитое. Эта стена тоже недоделана. Зато разрисована. Ну, люди пытаются исправить ситуацию как только можно. А для проводов тут палочка. Это, я так понимаю, поменьше. Не подошла. Не подошла, да. И вот смотри, другую. Если прикоснуться, меня ударит, то... Нет.
вообще можно оставить так провода? По технике безопасности, конечно. Конечно, нет. Эти провода под напряжением. На самом деле, там, я вижу, там был счетчик, который крутит, замеряет количество электроэнергии. То есть они под напряжением, но протянуты вот как получилось, от палочки к деревцу. И все было бы ничего, но на самом деле вот это уже сданный жилой комплекс. Добро пожаловать. Но не одними проводами едиными. Вот, пожалуйста, куча строительной техники, плитка. Да это же из плитки трон выложен. Трон? А ты думаешь, для кого? Для мам. А вот это какие-то ворота. Пройти к ним можно только через дебри. Но мне кажется, знаете что, это было задумано, что это пожарный выход. Черт. Ну, я вам скажу, через этот пожарный выход лучше не ходить, тут можно убиться. Да. Да, если будет пожар, здесь будет проблематично. Ну, проблематично, во-первых, дерево просто посередине дерева, и никакая пожарная машина его не срубит. Прохода здесь нет абсолютно никакого, куски строительного забора, и при этом абсолютно новые три шины. Если вам их не хватало по жизни, вот они специально для вас. И подушки, пожалуйста. Ну, здесь вообще планировалось, видимо, устанавливать ворота, закладные детали, которым в будущем, наверное, планировали приварить, ну, только ворота, судя по расстоянию. Но... Что-то не сложилось. Дерево выросло. Та часть дома, которая сделана, выглядит очень даже неплохо. Сам дизайн дома, ну, мне очень нравятся эти балкончики, это такой практически английский стиль. Сильно здорово. Но первый этаж, который так и оставили в первозданном виде... Цоколь. Да. Это был какой-то элемент декора, который уже отвалился. Он был когда-то вот так, наверное, сделан. Логично. Должен был быть сделан, но... Мало того, здесь было продолжение когда-то, 100%, вот видно. Оно отвалилось. Но у нас есть с собой клей. Попробуем все исправить монтажным клеем. Больше надо клея, конечно? Я думаю, чем больше, тем лучше. На совесть. Очень красиво. Все хорошо получается. Да я строитель. Без работы точно не останешься. Час высыхания клея 24 часа. Анекдоты знаешь? Много? Похоже, придется вспоминать. Пипец. Я видел там на стройке палки. Лучше принеси. Только не беги быстро, чтобы мне потом за тобой не пришлось идти. Отлично. Нет, ну потом меня кто-то уберет, и я могу держаться. Да. По пожарным нормам газовая труба обязательно должна быть только желтого цвета. Но тут исключение. Этот дом отличается, тут газовые трубы покрасили в белый. Кое-где не покрасили, и они остались ржавыми. Привнесем немного желтого. Так, давай белый покрасим. Кстати, очень яркая краска. Я художник, я так вижу. Лица смешные вообще. Ну, мне нравится, как получается. Похоже, что строители бежали отсюда в ужасе, побросав свои каски. Часто в новостроях, уже законченных, мы видим такую картину. Трещина такого характера, когда она идет с потолка и аж на пол. То есть вот такая прямая вертикальная трещина. Мы это встречаем очень часто, почти в каждом новострое. Это происходит
по той причине, которую мы видим вот здесь. То есть здесь стеновой материал одного рода, чистый газобетон с кирпичной кладкой, соединены просто жестко. То есть здесь их просто вот эту щель забросали клеем. Мало того, судя по вот этой картине, тому, что мы видим здесь, между ними нет, между колонной и газобетоном нет нормальной связки. То есть то, что я вижу в этой щели, это просто проволоки, забитые в несущую колонну, которые, ну, это лучше, чем ничего, но все-таки они недостаточно надежно соединяют эти два стеновых материала. Вот. И из-за того, что между ними нет вот этой вот, нет щели, то есть из-за того, что они связаны жестко, со временем эти материалы ведут себя по-разному при разной температуре, поэтому здесь появится щель. Точно такую же картину мы видим с этой стороны. Например, вот здесь мы видим, все правильно сделано, то есть здесь колонна, материал, газобетон, забита ватой, либо это может быть монтажная пена. Вот в таком случае трещины здесь, скорее всего, не будет. Эта часть фасада, этот уголок, он самый показательный, потому что тут мы можем разглядеть все. Например, застройщик оставил нам в подарок вот эти штыри, на которые можно прекрасно поцарапать себе ногу и днем, и вечером. В этой части вообще можно видеть, как археологи по каким-то раскопкам видит, как все происходило в реальной жизни, кто что делал. Так же самое и здесь нам строители оставили целую историю того, что они делали. То есть, например, они залили сначала вот этот вот, вот эту часть фундамента, просто залили отдельно. А потом они решили, что этого мало, видимо, и взяли просто фанеру. Притом не строительную фанеру, а обыкновенную фанеру. Вот она, ее куски пооставались на фасаде. То есть это просто обыкновенная фанера, которая продается в магазине. Она не предназначена, потому что... Это деревяшка. Да-да-да, в нее заливали бетон. Вот. Естественно, эта фанера была очень тоненькой. Мы видим толщину ее. Толщина ее была вот, вот такая. То есть эти штыри остались после фанеры. То есть фанеру приложили. Эти штыри повыпускали, залили бетон, потом вместе вот так вот из-за подлицо с фанерой срезали, фанеру сняли, и осталась вот такая вот криволинейная поверхность, потому что фанеру, естественно, повело. Вот здесь мы видим уже нормальную строительную фанеру, которую вообще не мешало бы достать, она довольно дорогая. Там мы видим, как сначала залили фундамент, потом выложили ряд кирпича, а потом опять начали дальше лить бетон в несколько слоев. В общем, здесь происходило что-то непонятное. А в конечном итоге вот здесь, вот здесь сейчас топчется дым, и тут вот, пожалуйста, вся плитка и провалилась. Местные жители боятся открыто говорить на камеру, поэтому нам придется немножечко закрыть лицо. Застройщик вообще идет как-то с вами на контакт? Вот он говорит, что он доделает, хотя бы обещает, или он просто исчез? Нет, он не исчез, они приезжают, берут оплату за освещение, за придомовое освещение с некоторых людей, кто не перешел еще на договор с Южным РЭСом, тоже берут за освещение, за воду берут, с водоканалом у нас нет договора, там какие-то у них проблемы с документами, что-то они не могут сделать, перевести нас. Приезжают, кивают. Деньги берут, да? Деньги берут, кивают головой, и все. Эдакий фасад мы оцениваем в единицу. Ну, мало ли, может, у меня знакомый кто-то здесь будет жить, пригласит меня в гости. А я на коляске. Отдельно стоящий домик с одним подъездом. Ну, возле этого подъезда мы видим здесь ступеньки. Заехать невозможно. Может, возможно? Сюда? Никак. Под парковку можно спуститься? Подняться тоже тяжело. Даже если бы у меня была машина, я бы туда спустился, но с этого парковочного места нету ни шахты лифта, чтобы можно было подняться на один из трех этажей. Спуститься легко. Подняться уже проблематичнее, потому что здесь угол. Поэтому я могу подняться, выехав отсюда, по диагонали как бы ехал, прикладывая, конечно,
усилие сильное. Попытаемся подъехать к другому подъезду. Мы наблюдаем здесь сплошной бордюр. Подъезд один, подъезд второй, аналогичный подъезду тому, что мы смотрели. Нету ни пандуса, ни поручни, вообще ничего нет. Розы здесь классные. Им можно поставить пятерочку. Но доступности в этом жилом комплексе под названием «Частное домовладение на Елочной» можно поставить единицу. А детям здесь есть где поиграть. Ну, во-первых, вокруг полно строительного мусора, строительные площадки. Вот вам недостроенный дом. Пожалуйста, играйте где хотите. Это же поле для фантазии. За такой досуг и отсутствие детской площадки ставлю единицу. Вместо паркинга здесь просто вот обычный такой гараж. Я бы даже сказала, это навес для вашего автомобиля. Да, это просто недостроенное помещение. Здесь остался какой-то наляпанный клей, торчащая арматура. Ну, разве что сделано это стяжкой. Все, стены здесь просто чем-то побелены, прошпаклеваны как-нибудь. То есть это просто незаконченный вид. По пожарной безопасности, конечно же, тут нет абсолютно ничего. Никакого огнетушителя, ну, о чем мы говорим. В целом, только за то, что здесь есть крыша над головой, когда вы заедете сюда на своем автомобиле, он, по крайней мере, не будет пачкаться зимой, но будет холодно. Так что мы ставим... двойку. Этот жилой комплекс отличается от всех остальных, которые мы вам показывали в своих программах. Во-первых, потому что он малоэтажный. Здесь всего 2-3 этажа. И понятное дело, что делать офисные помещения в цокольных первых этажах – это было бы глупо. Ну где же тогда людям жить? Поэтому тут их и нет. Так что смотрим, что происходит через дорогу. Через дорогу есть действительно супермаркеты, кафе, киоски. Ходит общественный транспорт, но, например, нету аптеки, поликлиники, школы. Да и ко всему этому застройщик же не приложил никакой своей руки. Так что инфраструктура на 4. Посмотрим, что происходит в подъезде. Просто можно легко так открыть и зайти. Вау! Какой-то андеграунд. Свет, пожалуйста. Все есть. Стены закончились черновой штукатуркой. Я бы сказал, очень черновой штукатуркой. Их спасают только вот эти рисунки разве что, потому что сделано все очень грубо, то есть здесь просто поставили маяки, остались еще трещины после них, вертикальные, несколько штук видно, остальные еще вылезут. И просто прошлись грубо вот так вот, каким-то правилом, пооставались вот такие вот следы, разводы, там, видимо, в этом правиле были какие-то камни. То есть, грубо говоря, сделано все так очень на скорую руку. Арматурины, которые мы видим вот здесь, вот они вот здесь, которые повылазили, они должны быть, ну, то есть они не вылазили, они там и были, но их нужно бы срезать под корень, под буквально вот как можно глубже и замазать чем-то, потому что в дальнейшем здесь еще неизвестно, в каких местах по стене будут выходить вот такие ржавые пятна, то есть арматура будет немножко промокать и будут вот такие вот пятна ржавые. Они будут расплываться, их уже ничем нельзя остановить. То есть это можно было сделать только на этапе, когда еще до штукатурки этой стены. Если абстрагироваться от реальности, то можно сказать, что этот подъезд сделан в арабском стиле. Вы только посмотрите, на полу
Ковры, персидские ковры. Ах! Ах, пылесборник. Нам рассказали, что здесь живут дети. И если они будут постоянно вдыхать эту пыль, ну я вам просто сочувствую. Это ж сколько болезней приходится лечить. От застройщика достались вот такие импровизированные перила. Ну, на самом деле, конечно же, это просто вот такие вот хлипкие ржавые трубки. Давайте хоть немножечко исправим ситуацию, и чтобы хоть как-то было приятно взяться, обмотаем изолентой. Ну, пошире взять изоленту. Теперь за эту арматуру хотя бы можно взяться. И, если что, даже током не ударим. Состояние подъезда... На кол. Застройщика. Но это еще не все, что вам нужно знать об этом жилом комплексе. Что же узнал наш агент? Давайте посмотрим, в каком же виде застройщик продает сами квартиры. От увиденного в самой квартире я была шокирована. Просто-напросто налепили из того, что было. Да еще и строительный мусор за собой не убрали. Недоделанные углы, окна просто в воздухе, ржавчина повсюду. И на потолке, и на стенах, и даже на кирпичах торчат штыри. А газобетон вовсе крошится, как высохший батон. Продолжаю поиски идеальной квартиры. Я придумала название этому жилому комплексу «Пенопластовый», ведь все тут и правда в пенопласте и недоделано. На самом деле перед нами оголенная система откатов. ГАСК, который дал разрешение сдать вот это вот в эксплуатацию еще 3 года назад, ну, абсолютно логично, что он получил взятку от застройщика. В дальнейшем, мне кажется, здесь нужно просто судиться и еще раз судиться, потому что в таком виде сдавать дома в эксплуатацию просто незаконно. Да, и людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности я не рекомендовал бы здесь покупать себе жилье, потому что доступность здесь полностью отсутствует. Возможно, изначально задумка этого жилого комплекса была и неплохая, но как мы увидели, что очень многое недоделано просто посреди рабочего процесса, такое впечатление, что взяли вещи и ушли. И многое из того, что сделано, сделано очень грубо, неаккуратно и не так, как это должно быть в этом жилом комплексе. Мы оцениваем этот жилой комплекс на 1. До встречи на следующих архитектурных объектах. Обещанного 3 года ждут. Со дня сдачи в эксплуатацию этого жилого комплекса как раз прошло 3 года, а он по-прежнему недоделан. Из своих источников я нашла телефон застройщика. Давайте же ему позвоним прямо сейчас и узнаем, когда он завершит работы. Алло, здравствуйте. Могли бы ответить на вопрос, когда будут доделаны работы? Вот все жители интересуются. И нам, как журналистам, уже интересно. Я думаю, что жители дома знают, к кому вот этот вопрос можно адресовать. Вот говорят, что именно к вам. Это не совсем по адресу вопрос. Ну, вы знаете, когда будет доделан этот жилой комплекс? Я уже все сказал, что мог сказать этому вопросу. Кто вы можете сказать насчет того, что остался вот дом недоделан, недостроен? Я уже все сказал, что мог по этому поводу. Судя по ответам застройщика, никто не спешит доделывать этот жилой комплекс. Но, тем не менее, все в руках самих местных жителей. В течение 10 лет по закону можно подать в суд и заставить застройщика доделать свой жилой комплекс. Кроме того, можно обратиться всегда в городской совет, в областной совет, в областную администрацию. Словом, тут самое главное сейчас действие, потому что вот в таком виде оставлять этот жилой комплекс небезопасно.